На ваших экранах часть эмблемы клуба Paris Saint-Germain и один из главных символов Франции. Снайл Кимпембе, или Кимпембе, номер 3. Дани Алвес, номер 13. Марко Верратти, номер 6. Юлиан Драксер, номер... Номинэй, 17-й Фред, 15-й Андреас Перейра, 9-й Ромелу Лукаку, 10-й Маркус Рэшфорд. Форму Манчестера она не белая, как резонно пошутили ребята из нашей режиссеры. Отвоевывает мяч Рэшфорд, он простреливает. Он сегодня, видимо, будет больше действовать именно с фланга. И вот... Лукаку выходит к воротам, Лукаку! 1-0! Манчестер ведет, и это то, что они должны были сегодня сделать обязательно. Лукаку забивает в последних матчах постоянно и делает это на Парк де Пренс. Нет невозможного! Нет невозможного! В таком составе, без 10 игроков, из которых можно было бы отдельный состав выставить. Или 25 они друг другу сделали. Но все точные при этом. Хорошая передача в разрез, это уже обострение! Мбаппе не дотягивается до мяча. Это оттенок. Поехали. Если сегодня выиграют, это культовая будет форма. Манчестер Юнайтед отбирает мяч, но с нарушением правил. И Анхель Ди Мария, бывший игрок Манчестер Юнайтед, который на Олд Траффорде отдал две результативные передачи. Будут передачи в первом матче. Там и движение нападающего было, то есть он не просто так уже начал отдавать передачу. Подача в штрафную, ну вот, а уже за все было всегда в долгую. Прострел, и, кстати, опасный прострел, Дани Алвес, и не смог замкнуть Мбаппе, но это уже вторая попытка. Натягивать оборону соперника, надо запомнить. Ну а сейчас прострел на дальнюю штангу, 1-1! Вот так Кильян Мбаппе, который великолепно открывался под фланговые прострелы, на сей раз выступил в роли ассистента и сделал это почти идеально. Ну что ж, мы можем сказать сейчас одно, но помимо того, что Париж реализовал свое преимущество, мы сегодня не увидим, может быть, и к сожалению, не увидим дополнительного времени. Да. Рвется в штрафную соперника, подает Дани Алвес! Выше ворот, но игра идет у Парижа, они это понимают, и вот эти руки, воздетые к небесам, резко останавливается, чтобы взорваться. Взрывается Мбаппе. Бьет с острого угла. Ну и, наверное, других вариантов не было. Да, он здесь не успевал простреливать. Происходит. И передача великолепная. Бернат. И отражает Дехе. Здесь он справится. Дает передачу на Кимпембе. Кимпембе ведь забил в прошлом матче свой первый гол за Пари Сен-Жермен. Касание. Передача Мбаппе. Ди Мария. А показалось, что он уже там. Мяч, я имею в виду, комбинации, передачи. Правда, сейчас Ди Мария зачем-то бросился в дриблинг, хотя там двойная подстраховка была у соперника, и Верратти ошибается. Это первая ошибка. Пытается в дриблинг, и здесь он ложный сделал замах на Рабон. Подача. Подача на ближнюю штангу. Скидка не прошла у Керрера, и это что, тоже попытка пробить со острого угла у Тиаго Силвы. Защитник. Времени Манчестер с мячом пытался хотя бы на чужую половину поля перейти. Великолепная диагональная Ди Марио. Он против БИ. Это угловой. Но план-то даже понятен. Мы его видим на поле. Мы уже даже успели его разобрать. Но просто когда у Парижа так... Подскользнувшегося Керрера, бедового Рэшфорд прострел. Куда? Прострел ли, удар ли. Но вот сейчас сработало то, что должно работать. Потому что разрывать Париж... Все разобраны. Решается на дальний удар. Почему нет? Да! 2-1! Ромелу Лукаку, мастер дублей, пользуется каждым своим шансом. А здесь шанс ему предоставил кто? Кто? Джан-Луиджи Буффон. А я хотел уже пожурить сейчас Рэшфорда, что он не увидел Люка Шоу, что он зачем-то пробил. А он пробил по мокрому мячу. И Джан-Луиджи в защитника соперника. Да, здорово был выведен Ди Мария. Здесь он до конца сыграл, и может получиться какое-то даже повреждение. Здесь у МакТомине. Это первая в матче желтая карточка. Анхель Ди Мария. Один гол. И посмотрим, как Париж на это отреагирует. Мяч уходит и показывает сейчас. Лег Рэшфорд. Все, там все было перекрыто. Единственный вариант пробить. Но вот ответная атака Пари Сен-Жермен.
Все в порядке. А посмотрим, как это будет. Рашфорд, удар! И промахивается Маркус Рашфорд, но поднята рука Дамира Скамины. Давайте любоваться повтором. Посмотрим за тем, как... Бросится на добычу. Вот сейчас можно наброситься. И уходит мяч. Но было ли нарушение? Сложный такой эпизод, где один центральный нападающий. Внимание, пас на Кильяна Мбаппе, где один французский центр-форвард, не забив ни одного гола. Лукаку скорость набирает. Она у него дистанционная, хорошая, стартовая, может быть, и нет. Просто потому что... И здесь Диого Далот бросается в дриблинг, как технично обыграл соперника, прострел! Ух, едва мяч свой. Самолюбие уже за Мауриньо в некоторых своих интервью, но сейчас шоу один из лучших. Скидка, она прошла, хотя Ди Мария мог этим воспользоваться. Только выдернулся Рэшфорд, побежали все остальные, это все привело к перехвату. Очень хороший лук шоу сегодня. Тратьте на Ди Марию, нет, не прошла передача. Анхель Ди Мария борется с Фредом. И большой молодец Фред, он, между прочим, этот первый тайм заканчивает в атаке с мячом в ногах. Передача в сторону Рэшфорда, он сохранил свою... Ну что ж, второй тайм стартовал. Пари Сен-Жермен против Манчестер Юнайтед. И давайте напомним, целых 4 высокомощных центральных защитника. И, в общем-то, Кавани там нет. И вряд ли можно полагаться на то, что верховое единоборство выиграет у этой компании богатырей. Атакует Пари Сен-Жермен. Подача. Опять перевод вот такой. И здесь только расчет на ошибку. На самом деле, если не ошибаются защитники, то они будут вести мяч на левый фланг. Но сейчас снова у них мяч. И это третий или четвертый попытка атаковать подряд. Положение в ней ускоряется. Видит. Он все видит. Переводит. А здесь хорошо, здорово играет Виктор Линделев. Много вариантов, поэтому приходится разворачиваться в центр. Великолепный пас в разрез. Дальше Верати отдает нам Мбаппе, а тут немного застрял. Будто бы не поверил. Сегодня проводит. Вот начал он нервно, но потом заиграл весьма прилично. Подача на Лукаку. Я бы сказал, что Перейра сегодня... И вот это атаки, передача гениальная! Ди Мария! Кильян Мбаппе! При чем здесь Ди Мария? Тем более гол отменили. Что сотворил Кильян Мбаппе? Где у него еще расположены глаза, датчики? Нужна помощь партнеров. Мактоминей здесь, конечно, спалил. Он отмахнулся, попав по лицу соперника. Но вряд ли это будет желтая карточка. Вряд ли будет столько же споров, как с эпизодом Рамос против Месси. Ну а теперь Драксер обыгрывается с Дани Алвесом. Дальше Ди Мария решает. В игре Алвес. Подача. Отскок к Верати. Верати. Дальше короткий пас. И... Дриблинг против Шоу. Шоу. Цепко очень играет. И этот эпизод за британцем. Можно было не доигрывать. Мбаппе уже просто по инерции это сделал. Потому что... Ди Мария. Переводит на правый фланг. Там свободно. Прострел от Дани Алвеса. Куда? Кому еще и по ходу полета своего... Посмотри, который раз изыскусь полностью. Но сейчас атака Пари Сен-Жермен. И это Мбаппе. И он простреливает. Смолин все прочитал. Ян. Нападающий. Ох, Лукаку что делает? Вчетвером против четверых выбирается Манчестер, но пас не прошел. И сегодня вратари у нас могут ошибаться, но пока это не Де Хеа. И тем не менее попытка перехватить мяч. И свисток Дамира Скамины. Заброс. Здесь Мбаппе. Мгновенно его встречает защитник. Мбаппе освобождается. Прострел. Эшли Янг вручает Манчестер Юнайтед. Кстати, тоже защитники сыграли здорово, отправив в этот офсайд соперника. Здесь нарушение правил. После пад зацепит. Более того, чуть было финт не провернул. Несколько случайно. Я не думаю, что он именно так хотел мяч обрабатывать. И передачу делает нам Мбаппе. Мбаппе отпустил мяч за лицевую. Под правую себе подработал. И дальше все. Эпизод как символ всего второго футболистов Манчестера. Но нет пространства для удара. В итоге перевод штрафной. Это угловой. Классная атака. Ди Марию сейчас перевели на правый фланг. Туда смещался Дракслер, пока он играл. Теперь туда... Это сам Пари Сен-Жермен. Ну вот, наконец-то Мбаппе мяч принял. Но он уже в статике. Еще и подстраховка есть. Крис Смолинг. Блестящий. Мактомине готовится к удару. И зарабатывает угловой. Дамир Скамина. Секунда. Удар. Гол. Манчестер Юнайтед. Ферги тайм. Ферги тайм. 20 лет спустя мы готовы повторить великое уже произнесенное.